Тащит? Всем привет! С вами канал Артмания. Там палку тащит. Палку? Мы даже не знаем, что к нам сейчас приедет. Ждем грузчиков. Дверь открыта. Тут еще пока пусто все. Тащит. Тащит? А Дима у нас смотрит в окошко. Следит. А там тащит. Такой грузовик приехал к нам. Стоял долгое время. Еще кофе попить успели, поболтать с сыночкой. Долго стоял. Думаю, к нам что ли приехал или нет. Ну, что стоит, не поймем. Ну, наверное, нет. Вот песок. Оказывается, к нам. Стояли, наверное, заранее приехали, наверное, время стояли, ждали. Строим материалы. О, какая. Сейчас у нас тут будет. Обалдеть, длинная какая. Офигеть. Как они сейчас будут. Один идет один передом, другой задом. Да? Да. Сейчас все это будет у нас. Уже вон один палки привезли. Стоят. Еле затащили. Тут дверь царапнула. Все-таки ремонт надо делать, когда все старое. Постепенно вот так вот. Идти, когда все старое, когда вот там сделают ремонт, потом тут, там. И все. Ну, я тут я лезу, не успели убраться. Убраться надо будет потом нам. Пойти они там идут. Дверь он там открылась. У тебя тоже болячки. Это еще не завтра. Вон там смотри, как снег лег. Я думала, вот это вот.